This is the sound I make when I'm running. Shut up! Когда на улице становится слишком жарко, и ты больше не можешь этого терпеть. И чтобы закончить то, что вы задумали, для этого средство есть. Используй бега-бега-бега зонтик. Используй бега-бега-бега зонтик. От создателя упрощенного туалета новый революционный продукт. То, что изменит все ваше представление о солнце. Каждый год солнце убивает больше 50 миллионов человек только в Америке. Вы можете использовать бегазонтик в солнечный день, в дождливый день, в кислотно-дождливый день. Или когда идет дождь, и вы под кислотой. Использовать бегазонтик так же просто, как раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Засунь в него руки. Застегни его. Застегни ремень безопасности. Проверьте анемометр. Насос в бегазонтике. Выключите насос в бегазонтике. Скажите маме, что вернетесь к ужину. Выйдите из дома. И наслаждайтесь, пока он все делает за вас. И если это до сих пор вас не убедило, то послушайте нашего счастливого покупателя. Моя любимая группа сообщили о том, что они собираются распасться. После этого мое существование стало бессмысленным. Но так как я был одет в бегазонтик, я просто плыл до земли. Бегазонтик прямо спас мою жизнь. Эй, кто хочет добавить меня на MySpace? MySpace мертв. MySpace не мертв, ебаный козел! Пока я не купил бегазонтик, от солнца мне было очень плохо. Мужик, я еще не был черным месяц назад. А теперь это бегазонтик, детка. Лучшее вложение 19-9 из всех. Ну, кроме покупки Звездных войн на ВХС. Чё? Нет, о мой бог! Так он был отцом все время? О мой бог, не платил алименты! Бегазонтик помог этим двум уделам, а значит он и поможет тебе. Когда ты его купишь? Закажи в течение ближайших 5 секунд и получи бесплатный Lamborghini Gallardo LPS-70. Поздно! Закажи в течение ближайших 2 минут и получи бесплатно Sombrero, йоу! You want to get some tacos? Yo! You want to get some tacos? Bitch! Перевод и озвучка виски. Не забудь добавить это видео к себе, так что вступай в нашу группу Смош ВКонтакте, vk.com/Смош, ссылка где-то под видео. И на самом деле слово Брелла — это фирма по производству зонтиков, поэтому сложно было перевести его по-другому. Это так. Ага.